Итак, очередная распаковочка. Кому-то, может быть, понадобится хвостоудлинитель на велосипед для мотора. Мне же нужно данный переходник для диагностики мотор колес. Поэтому я взял удлинитель. Здесь сразу есть два переходника, и папа, и мама. Вот такие вот четыре штуки. Три штуки, вернее. Так вот он выглядит. Быстро доставили с Озона. Я не стал заказывать, там дорого очень. Ну, вот это, в принципе, то, что мне надо. Здесь получается 6 пинов для датчиков холла и разных датчиков. И 3 на мотор. Вот такой вот кабелек длиной 60 сантиметров. Прошу прощения. Есть там еще другая длина. Но, тем не менее, выполнен вроде бы качественно. Часто в таких переходниках бывает такое, что плохой контакт. Поэтому придется менять либо от блока управления половину можно поставить, либо же вывести из самого мотора, если оборвало провода. Тоже можно использовать как запасную деталь, чем заказывать по отдельности. Легче заказать такой удлинитель и просто разрезать его пополам. В общем, как-то так. Направление стрелочки указано очень хорошо, все видно. Куда вставлять, как соединять. Поэтому качественный, хороший провод. Точно такой же продается на Озон, только он в 3 раза дороже. За ту стоимость, за которую можно было бы купить на Озоне один, в Китае мне вышло целых 3. Ссылка будет в описании.